Crazy Iron изготовили стенд для балансировки мотоколес, и я вам сейчас покажу, как он работает. Устанавливаем стенд на ровную поверхность, пузырек воздуха должен быть по центру. Колесо балансируется в сборе, устанавливаем его на середину вала. Для определения самой тяжелой точки колеса нужно повернуть его в любую сторону на 90 градусов. И по завершению вращения оно становится так, что тяжелая часть колеса будет располагаться внизу, а нам нужно отметить противоположную часть колеса и повторить процедуру снова для проверки правильности определения тяжелой точки. Сюда мы устанавливаем самый малый корректирующий грузик для компенсации неуравновешенности и производим проверку снова. В моем случае одного грузика не хватило, и колесо вновь вернулось в прежнее положение. Поэтому я добавила второй грузик и вновь вращаю колесо. И уже после трех попыток мое колесо стало статичным в разных положениях. А это значит, что мы справились.